Любовь, муза, искусство, семья. Открылась выставка работ супругов Пискаревых в Одинцовском историко-краеведческом музее. В основе всего лежит любовь. От любви, наверное, возникает муза, потому что каждый вдохновляет друг друга. Вот. То есть муза рождает искусство. Ну и, наверное, семью я бы все-таки поставила на последнее место, потому что семья уже получается, когда, как говорится, люди смотрят в одном направлении и дышат одинаково. Гравюрные доски, семейный архив, рабочие инструменты. Наследие супругов теперь доступно каждому. Здесь утонченные скульптуры Анны Южаковой Пискаревой и живописные картины Николая Пискарева. Николай Иванович Пискарев – тонкий график, лирик, великолепные иллюстрации к книгам. Собственно, термин «макет книги» – это его изобретение. Великолепный художник, который воспел красоты Одинцовского городского округа, любимого Звенигорода. Огромное счастье, что в Звенигороде сохранился дом Николая Ивановича Пискарева и Анны Илларионовны Южаковой-Пискаревой, его жены. Русская Швейцария. Так видел Николай Пискарев Звенигород. Этот город для художника особенный. В нашем музее все больше появляется очень серьезных, очень глубоких выставок, которые несут очень важный культурологический и искусствоведческий смысл. И для того, чтобы повысить свои знания о культуре и искусстве, вам совершенно точно необходимо посетить Одинцовский историко-краеведческий музей. Николай Пискарев прославился не только благодаря иллюстрациям. Он – создатель нового советского шрифта. Художник жил и работал в Звенигороде вместе со своей женой. Анна Южакова-Пискарева – тонкая натура и искусный скульптор. Память о творческой паре жива, пока живо наследие. Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».